Привет! Сегодня будет мини-обзор на мою посуду для кукол и разную другую кукольную мелочь. Я решила сделать этот обзорчик, потому что приобрела макролинзу для объектива. И теперь хочу показать вам мир кукольной миниатюры во всей своей красе. У меня не очень много кукольной посуды, но мне кажется интересно посмотреть на нее через призму макро. Конечно, все ссылочки на товары я оставлю в описании. Давайте начнем. И первое, с чего я хочу начать, это вот такой милый набор для чаепития в пастельных тонах. В этом наборе меня привлекла нежная цветовая гамма, не свойственная обычным кукольным чайным наборам, а также миниатюрность. Они прелестно смотрятся в кукольной ручке. Размер этих чайных чашечек идеально подходит для ручек Ever After High и Monster High. Итак, второй набор намного более крупный. Это белый фарфор с милыми розами. И подходит он, если честно, больше для куколок Блайз, так как они покрупнее, выглядят за счет своей головы. Вот, это обычный стандартный наборчик посуды. Купила я его в детском мире. Но он очень милый за счет своего неброского рисунка в виде нежных роз и подходит к любому интерьеру, оживляет его, как бы делает таким уютным, обжитым, обустроенным. Так что наборчик классный, но все же по сравнению с предыдущим он заметно крупнее и больше подходит для моей Блайз. И вот, посмотрите для сравнения. И следующее, что я хотела бы вам показать, это вот такая милая винтажная швейная машинка. Вот уж что по-настоящему может оживить интерьер. Конечно, это масштаб 1 к 12, но она все равно практически идеально подходит для Ever After и Monster High. Также на сайте AliExpress я нашла просто потрясающие по своей милоте вот такие прелестные комнатные растения. На окошке кукольного домика такой цветочек смотрится невероятно мило. Ну и, конечно, многим полюбившиеся ключики, о которых я уже рассказывала в одном из предыдущих видео. Это прекрасное украшение как для кукол в виде кулона, так и для открыток, скрапбукинга, украшений, чего угодно. Они создают такую неповторимую милоту, что просто хочется улыбнуться. Ну что ж, пусть Мэдалин допивает свою чашечку чая. Увидимся с вами в новых видео. Не забудь поставить лайк. Пока-пока!